Даже не представляю, с чего тут начать. Не знаешь, как починить? Мой муж коллекционировал инструменты. Опыт. Тебе помочь там? Поняла. Минутку. О, Брайан, это ты? Да, это Брайан. Наша рация еще при тебе. Хорошо. Я постараюсь помочь тебе выяснить насчет той женщины. Сара Уитакер. Я посадил ее на твой вертолет. Да, да, я знаю. Ладно. Но сначала ты должен для меня кое-что сделать. Чего? Я тебе что-то должен? На твоей рации есть цифровой дисплей. Я отправлю тебе зашифрованное сообщение. Координаты. Встретимся там. О, Брайан, ты чего там мутишь? Просто жди на месте. Меня будут сопровождать бойцы Нерва, как и раньше. Смотри, чтобы тебя не увидели. Конец связи. Дикон Сен-Джон, это Ада Такер. Прием. Дик, слышишь меня? Привет, Такер. У тебя ко мне дело? Ладно, я заеду. Отбой. Вернусь и доведу дело до конца. Вот он. Все, порядок. Ага. Еще трофеи. Домик администрации. Надо как-то попасть внутрь. Чую по запаху, гнездо где-то рядом.
Еще одно. Сейчас мы его спалим. Спокойной ночи. Дверь заперта. Слава Богу. Возьму. Пожарный выход.
здесь внизу. Мало что осталось. Все вынесли подчистую. Вот этот нож. Теперь надо отвезти его к Эдди. Это что? Эдди, я достал тебе этот нож. Спасибо, Дикон. Ты не представляешь, как он нам нужен. Нет проблем. Я рад помочь. Гнездо где-то рядом. Я уже чую вонь.
заперто. Само собой. На что-то сгодится.
готово. Теперь фриков тут поубавится. Открывайте. Будешь бузить, живо вышвырну.